И я говорю это серьезно, откровенно. Он, серьезно, Венна? Воскресное утро, Комик-кон, чем мы занимаемся? Одна из причин, по которой он был более успешной шлюхой... Когда он становится больше, становится легче. Это звучит неправильно. И тут моя дочь видит меня в парке и говорит... Она серьезно испугалась. Дженсен играет в гольф. Что за задница? И вот оттуда я бегу вперед, так как будто Миша Коллинз ждет на финишной линии. Если бы вы, Соколиный Глаз... Я бы победил Соколиного Глаза в любом соревновании. Вы стреляете в стреле. Вы можете так же хорошо стрелять в жизни или нет? Да. Я очень хорош. Да, я проклял это шоу, окей? В жопу все это, я беру отпуск. Прошу прощения. Дэвид ударил меня по гениталиям позавчера, случайно. И во время нашей первой работы с Джоном он ударил меня очень сильно. И я рассказываю эту историю только потому, что она меня не задела, но жутко перепугала его. Ему было очень плохо. Итак, мне было очень больно, это было ужасно, и я даже не думал его прощать. «Крепкий орешек» — это диснеевский фильм? И есть ли романтические отношения, которых нет на шоу, но которые ты бы хотел видеть? Я бы хотел, чтобы у детектива Лэнса появился кто-нибудь. Она хочет пойти туда, где люди. 2:08 в 2:09. Будет представлен персонаж по имени Берт Аллен, Берри Аллен. Пал ли Оливер с кем-нибудь, с кем он не связан в шоу? Можно исправить это? Можно мы не будем это делать? Какой вопрос был? Не рисуйте меня в этом образе. Вот здесь. Я снимаю флешбэк сегодня, и я выгляжу как бродяга. Мне пришлось одеть шапку, потому что... Мы знаем почему. За $10 тебе дают 2 билета. За $100 – 10. Что-то неверно. За $100 дают 20. Это пятница. Спасибо, я вас люблю. Озвучено студией Silent Films, перевел Макс Боярцев.